Любишь киберспорт? Не хочешь пропустить ни одной новости про свою любимую команду? Хочешь знать все о киберспортивной индустрии? Только у нас собраны все самые важные новости про спорт. Подписывайся на канал, ссылка в описании. Ну что еще? Батя, тут убийцы полная чушь. Но меня это не волнует! Я хочу играть... Я хочу играть тем, что мне интересно. I was shackled and collared, and sent to Fort Joy. I'd come here to kill Godwoken, but instead I became part of their story. Это моя героиня здесь? По поводу последнего доната. Тут убийцы полная чушь, делай воина или мага. Блин, не говорите мне, пожалуйста, что я не могу играть в синглплеер игру тем, что я хочу. Если я просто хочу девочку с двумя кинжалами, почему я не могу этого делать? Ну что еще? Заебали незрелые уебища со своими советами. Хорошо. За советами в чат глянешь, если что. Сейчас я сделаю 500 рублей минималку для начала. Я сделал 500 рублей. Да, донаты, конечно, это проблема для любого стрима. Но здесь это не такая проблема, потому что тут нету катсцен, насколько я понял. Ну, когда я смотрел обзор игры, тут нету катсцен, по-моему. Типа там... Ну, это не киноигра. Easy now. No need to hurry. Get your bearings and report to me upstairs. Вот она говорит, поднимайся ко мне, я к ней поднялся, и там я уже ничего не делал особо. Я здесь осмотрелся. Я буквально, ну, когда игру установил, я тут где-то после создания персонажа это часа два создавал. И здесь я еще осматривался минут 40. А потом я подумал, игра мне нравится, и пошел спать. Это вчера было. Она нажала на этот рычаг, и она меня освободила. Этим рычагом. Не то начало что-то напоминает. Ухмыляюсь, если череп. Not a very chatty fellow, are you? А, я, короче, понял. Это же отсылка к Planescape Torment, разве нет? Там тоже главный герой начинает на подобной конструкции. И череп там только разговаривающий, а тут это, ну... Not a very chatty fellow, are you? Она говорит, что он не слишком разговорчив. Ухмыляющийся череп. Мегалол. Кстати, тут можно отрубать скин шлема. Но как-то я не хочу представлять, что я с ведром на голове хожу. Ну, не я, а она, неважно. Она еще инициативу отнимает, не знаю, это сильно решает или нет, но не буду, короче, одевать его. Кстати, у двери есть ХП. Вообще, в теории, если захочу, я же могу ее выбить. Но суть в том, что у нее 279 хп, а за один удар я выношу по 2 хитпоинта или... По-моему, по 3 еще. Один? То есть один или два хитпоинта за удар. Вот что мне понравилось в этой игре еще, да, вот сразу, то, что дверь-то закрыта, то есть меня сюда не пускают, я должен что-то придумать, но я могу ее выбить, но это очень долго, но я могу это сделать, да. То есть я могу ее выбить? Вы сами понимаете, я не буду этого на стриме делать. Но я мог бы ее выбить, получается, если бы я захотел. Это, конечно, ну, это радует, что свобода присутствует. С овцой можно поговорить. Блин, а если бы я взял... вот талант друг животных, я мог бы сейчас не общаться, получается, реально. Позволяет говорить с животными.
Но как я могу взять друг животных, если тут есть вот эта вот волк-одиночка, который дает 1 000 000 статов? Это же, по-моему, супер круто. Тем более, учитывая, что я на хардкоре играю. Да-да, я играю на хардкоре в игру, которую я играю первый раз в жизни. И то, что я неопытен в классик RPG. Ни одной жизни я не прошел, ни одной игры. Я ознакомлен с известными, как бы, классик RPG. Почти со всеми, ну, этими олдскульными. Ну, я перечислял много раз списки. Но ни одну из них я не проходил. Потому что мне этот жанр не заходит. Она пинает вас в голень острым копытцем. Этого не показано, этой анимации нет. Или она сейчас меня пнет. Я тоже так могу. Конец диалога. Типа, все, мы поговорили. Я могу ее бытово атаковать. И убить, получается. Или не могу я ее убить? Не знаю, я смогу ее на кулаках отпиздить? Или она меня съест? Ну, я не хочу атаковать овцу, если что. Просто думаю. Сено. Did you expect a needle? Did you expect a needle? Вы ожидали найти тут иголку? Кстати, у меня свеча есть. А что будет, если я кину с... Так вообще можно сделать? А что будет, если я подожгу свечу? Я могу поджечь это место? Ну, по идее, это неплохой поступок, я не знаю. Они же меня в плен взяли, какой-то ошейник повешали. Я не особо понял сюжет, но тут главная героиня какой-то там маг. Ну, вернее, не то что маг, а в ней какая-то магия присутствует. Ну, то есть, какой-то там исток с рождения. Что-то, ну, из-за нее охотятся. Я поджег свечу. А что, если переместить ее в сено? Что будет? А, куда? Где моя свеча? А. Не понимаю. Что? Что значит не достать? Подобрать? Как понять, что я ее поджег в инвентаре? Применить. Это я ее поджег? Не, я хочу кинуть сюда ее. Хочу поджечь сено. Окей, я не понимаю. Наверное, сено нельзя поджечь. Судя по всему. Может быть, можно, но я не понимаю, как. Ящики. Режим скрытности. Вас не... Подождите, что это значит? Я превратился в бочку? Какой хаткей? Я уже... У меня был хаткей на это вроде. Может быть, это? Ой, не, не это. Что-то не то. Окей. Стоп, я могу... Это вся суть классик RPG. Тут такой пиздец на экране происходит. Просто невозможно понять, как... Как такое может быть? Я же говорю, реализм... И классик RPG несовместимы. Как это понять? Что это такое? Стоп. Подождите. Она двигается, вас не видит. Я не понимаю. Смотри, что он идет в бочке. Как это? Я, короче, обойду его, наверное, лучше. Кто меня позвал? Ты меня видишь? Как ты меня видишь? Меня же не видно! Я не знаю, походу это не работает или что? Как меня видит? Это открыть его решетку? А хочу ли я? Бочка с нефтью. Кажется, нефть тут не зря разлита вся. Бочка с нефтью, нефть. А работает ли свеча на это все? Стоп, сейчас звуки. Какой-то звук был? Как будто... Свеча не работала на сток сена.
Я предположу, чисто логически, что свеча никак не может работать на нефть. Ну, по идее, я на сток сена кидал свечу, ничего не происходило. Вот, я пробовал на сток сена кинуть свечу. Оно не работало. Значит, на нефть, наверное, тоже не работает. Свеча просто предмет. Ну, это как бы логично. Может, у меня есть какой-то fire spell? Что у меня вообще есть? Как открыть свои скиллы, надо вспомнить. Панель навыков. Врожденные навыки, воодушевление, защитный купол. Навыки от предметов, внезапный удар. Штука даже не работает, надо ее убрать. Нету никаких фаерболов. Окей, как тогда-то поджечь? Я хочу это вообще поджигать. Но этого чела не убьет, наверное. Не знаю, я боюсь к нему подходить. У него написано 23 хп, а у меня сколько? У меня 44. Ну, а поговорю со... Химвар. Get me out of this cage and I'll make it worth your while. You in? Согласиться помочь и спросить, что нужно сделать? Отвернуться? Вы не собираетесь вмешиваться? Внимательно осмотреть его, как он вообще оказался в клетке. Спросить, какая в этом выгода конкретно для вас. Уйти. Почему я не в клетке? Почему он в клетке? Your guess is as good as mine. Someone screamed loud as a banshee. After that, pure pandemonium. They never even told me what I was accused of. Just dragged me down here. Ну, думаю, третий вариант. Спросить, какая в этом выгода конкретно для вас. И вправду, какая тут выгода для меня? Set me free, and I'll set you free. A fair trade, I should think. Ты освободишь меня, а я тебя. Как ты меня... Я не понимаю. Что тут нечисто? Отвернуться вы не собираетесь вмешиваться. Согласись помочь и спросить, что нужно сделать. Инвентарь. Что инвентарь? Какой-то он странный, у него голос странный, я не знаю. Согласиться помочь и спросить, что нужно сделать. Ну, допустим, что нужно сделать? Я еще не согласился. Я, может, не буду ничего делать. A gentlewoman among jesters you are. Give that lever a pull, and I guarantee we'll both get something. Нашлась приличная дама среди клоунов? Это отсылка к тому, что я выбрал происхождение шут. Или что? Потяни вон тот рычаг, и я гарантирую, мы оба будем в выигрыше. Так я и так знал, что это, по идее, открывает твою дверь. То есть, потяни вон тот рычаг, и я гарантирую, мы оба будем в выигрыше. Что-то мне так не кажется. Я потяну его, какая-то подстава, и тут миллион стражников появится. Или что? В любом случае, открывать эту дверь... Там чел спит. Вопрос в том, могу ли я его убить... Пока он спит, ну в смысле, во сне, чтобы он вообще не проснулся даже. И не позвал на помощь. Эй, блин, я не знаю. Вообще я хочу его убить в любом случае, независимо от того, хочу ли я освободить этого чела. Почему я хочу его убить? Потому что, ну, как бы... Они взяли в плен ее, какую-то херню повешали. Накладывает эффект исток заглушен, не ломается. Да как-то ее ограничивает, повторюсь, я не совсем понял сюжет. Какой-то исток, какая-то, ну... Как сказать... Какой-то там врожденный талант у некоторых личностей в этом мире. Какая-то там сильная магия у них. И они ее вот похитили, повесили ей эту штуку на шею. Исток заглушен. Персонаж не может пользоваться магией истока и получать очки истока. Не совсем понимаю, что это значит, но... Короче, не знаю, хочу ли его освобождать. Я знаю, что я хочу со стражником разобраться. Подождите. А если я его убью... Мне нужно будет подняться наверх потом, правильно? А если меня там сразу атакуют? Сложно. Ну блин! А если я его убью, и никто об этом не узнает?
Это не мои друзья! Это враги все. Потому что они взяли в плен ее буквально. Алло, игра начиналась на том, что... Она просыпается на... Как это назвать, я не знаю. Слово из головы вылетело. Просыпается закованная. С ошейником, как животное. У меня есть нож. Карманный нож. У меня есть нож. А я могу ему бочку под ноги, блин, сунуть? А если он меня услышит? По-моему, это громко слишком. Я могу, посмотрите, я могу ему бочку прямо сюда поставить. Он вопрос. А, блин. Это не гарантированно. Я даже не знаю, как это сработает. Если поставить ему бочку под ноги и подпалить... А, стоп, я же не знаю, как подпалить. Не знаю. Свеча не работает, наверное. Хотя... Я даже не могу проверить. Если я проверю, а вдруг она заработает? Но я проверял, настолько сена она не работала. Сена не подпаливается свечой. Значит, я делаю вывод, что... Вероятно, она просто кинется и ничего не будет. Короче, попробую подкрасться. Вот, меня не видят, там написано, вас не видят. Наверное, меня слышат. Но меня и так не видят, он же спит. О, у меня идея. Хотя ладно, забейте. Как его ударить? О, это считается в спину? Этот меч изменил форму. А ну, да, так вот такой меч, а так даггер. О, а так просто меч, а так даггер. Просто меч. Так, типа, это в спину? А он сразу умрет или он позовет на помощь? Блин, оказывается, реальная жизнь сложная штука. Ты никогда не знаешь, ну, что произойдет. Так, ну я его должен вынести, правильно? Хотя, не знаю, я выбрал сложность хардкор, может, он меня с одного удара убьет. Но у него меньше хп в два раза, чем у меня. Ладно, я атакую. Я атакую, потому что это враги. Это точно враги все. Этот чел я не знаю, но вот эти вот все стражники, это точно враги. По идее, его можно убить... Я не знаю. Я, конечно, понимаю, что в классик РПГ с реалистичностью туго. И я... Ну, не знаю, как это закончится. Обычно, ну, очень часто в таких играх, вы знаете, допустим, кого-то ты убьешь, и об этом, допустим, почему-то весь мир сразу узнал. Хотя... Ну, я беру в пример, может, не те игры. Я вот чисто вспоминаю, допустим, Fable, да? Но Fable — это не классик RPG. Fable — это даже не RPG, по сути. Я хочу, что такое Fable, как этот жанр назвать, но это не RPG даже. Fable, если ты кого-то убиваешь, то весь мир об этом знает почему-то. Ладно, все. Мы деремся, он не умер. Грязный прием. О, спарталец ему за спину ударил его. Могу снова ударить в спину. Вот это скилл. Вау, вау, вот это скилл! Вот это мне понравилось. Чё себе, это скилл. Да его просто вынес, он даже меня ни разу не ударил. К нему даже ход не перешел. Окей, она горящая? Она горит. Она горит, но ничего не происходит. Она не горит. Она горит. Подобрать. Окей. Не понимаю. А, работает? А, мне нужна вторая свеча. Я потерял свою свечу. Она лежит здесь, она не взорвалась. Как такое может быть? Ну, ее можно использовать второй раз. Свеча бесконечная или что? А, ну все, я готов. О, свиток. Свиток электрический разряд. Наносит 5-6 единиц урона воздухом выбранному персонажу. Может вызвать электрошок.
Вода можно наэлектризировать или заморозить. Ну, это нефть, это не вода. Это чел около нефти. Так, ладно, выпускаем его. И... Так, надо проверить, свеча у меня готова к делу. Окей, свеча горит. Мне нужно поставить свечу... Я могу ее поставить на хоткей сюда? На, попрактиковаться. Так, взять, кинуть. Стоп, я не могу. Нолик, окей, нолик. Нолик, нолик, нолик. А, оно отсюда не работает. Оно не работает. Его можно только из инвентаря кинуть. Подождите, почему так, я не знаю. Я не могу из хоткея кинуть и свечу. Странно. Ладно. Так, все, она подожжена. Открываем дверь. Какой-то он мутный этот тип. Хотя, может, он, ну, поможет мне сейчас реально выбраться отсюда. Так, может, мне не придется идти наверх даже, потому что я уже боюсь идти наверх. Меня ж могут убить сразу вверху. Если в этой игре, ну, все сразу знают о том, что произошло. Может, он мне реально поможет. The prisoner's buoyant voice darkens as his eyes rest on yours. Господи, Леника становится мрачнее. Плохое начало наших отношений. Ah, freedom tastes better than wine. I'm nothing if not a man of my word, and I did give my word I'd set you free, lass. Say your prayers while you've breath to speak them. The halls await. Что это значит? Какие чертоги? Ты что, демон какой-то? Что это вообще значит? Я пообещал, что освобожу тебя, подруга. Это как Сларк в Доте говорит. Ну, когда там убивает кого-то. Типа, я освободил тебя. Ну, освободил твой дух или что? Из тела. Что-то плохо все. Ясно. Урод. Окей. Отойдем немножко и иди давай, заходи сюда, сынок. Так, мне надо где-то здесь стать. Пропустить ход, наверное, надо, пусть он подойдет поближе. Он пройти не смог или что? Он просто остановился! Удачи! Ва! 99-104 урона огнем. Его там вообще снесло, от него ничего не осталось. Посмотрите, там обгоревший труп. Вау, это я гений. Вот это я сверхразум. От него вообще ничего не осталось. Не, ладно, осталось мясо. Но... Это бекон. Смерть. Смерть постоянно. Охуенная инфа. Мне нравится такая информация. Ну, собственно, вот и все. Вау. Стоп. А... 18 на 20 прочность? Я почти им не пользовался. Она портится от того, что оно. Что? Один удар! За один удар по этой железяке минус один прочности. Я понял. Найс. Пригодятся. Сколько у меня свечей? Две штуки? Или я одну потратил? А, вон она есть. Ладно, возьмем эту. Подобрать. Мне реально игра нравится пока что. Она реально какая-то интересная. Вот все остальные классики RPG, которые я начинал... Они с самого начала были уже, ну, очень неинтересны. И я себя заставлял, скажем так, дальше в них играть. А здесь мне не приходится себя заставлять, мне реально интересно. Эта игра какая-то забавная. Вот если бы она только была, ну, скажем так, не в сеттинге классической RPG. То есть, без всякой этой херни, без всяких там скелетов ходячих, которые разговаривают, и без прочего бреда. Это было бы идеально. Привет, дорогой зритель! Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики.
Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи Твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.